На каких основных принципах базируется демократия в Республике Узбекистан? Согласно статье 13 Конституции Республики Узбекистан, демократия в Республике Узбекистан базируется на общечеловеческих принципах, согласно которым высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права. На каких основных принципах базируется демократия в Республике Узбекистан? Согласно статье 13 Конституции Республики Узбекистан, демократия в Республике Узбекистан базируется на общечеловеческих принципах, согласно которым высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права.